Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем передачу «Обзор рынка FIBA Group». И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Богдан Заруцкий. Богдан, добрый день! Здравствуйте, Игорь, и здравствуйте, уважаемые зрители! Богдан, пока вы были на обеде, нефть упала, рубль упал, все попадало. Вот пришли вы с обеда, глянули, опа-на! Какая у вас реакция, что видите, какие торговые возможности? Касательно торговых возможностей, я вижу, что по евро-доллару сейчас наблюдается выжидательная позиция со стороны участников рынка. График цены пока что не готов преодолеть недельные максимумы, но тем не менее все-таки в рамках спекулятивной торговли видно, что все-таки американская валюта укрепляется. Известно, что скоро состоится публикация индекса потребительских цен США. Вот. Участники рынка ожидают значения практически на таком же уровне, как было и раньше. То есть видно, что трейдеры пока что реагируют положительно, то есть на данные ожидания, поэтому не исключено, что доллар США все-таки еще немножко может укрепиться. Но тем не менее, если посмотреть на ситуацию с точки зрения технического анализа, видно, что график цены евро-доллара на 4-часовом периоде пока что держится в рамках восходящего тренда, то есть такой небольшого канала, там это видно, кстати, детально мы этот момент рассмотрим. И если же все-таки будет пробой локальной ценовой поддержки, в таком случае будет еще больше аргументов в пользу дальнейшего укрепления доллара США. Также важно отметить и то, что завтра состоится объявление основной ставки ЕЦБ, также на данную валютную пару это также влияет, поэтому все-таки даже если будет укрепление доллара США, я не думаю, что оно может затянуться до азиатской сессии. Все-таки участники рынка могут сделать по данной валютной паре выжидательную позицию, поскольку завтрашний день будет практически очень важным на этой неделе. Поэтому такая ситуация по доллару США. Конечно же, известно и то, что нефть снижается, российский рубль также теряет, также снижается против доллара США, и также теряет свои позиции и канадская валюта, то есть канадский доллар. Видно, что канадский доллар преодолел один из максимумов, преодолел также важный уровень в паре с долларом США. Но я не думаю, что данная валютная пара может дальше еще пойти вверх, поскольку на американской сессии, сегодня же на американской сессии, состоится объявление основной ставки Резервного банка Канады. Не думаю, что регулятор сможет поднять основную процентную ставку, поскольку страна экспортно ориентируема, она экспортирует нефть, а известно, что нефть снижается, поэтому, конечно же, экономика данной страны пока что находится под давлением. И, конечно же, есть сигналы к тому, что вряд ли основная процентная ставка повысится. Скорее всего, они оставят ее на прежнем уровне. Конечно же, уверен, что некоторые такого сценария ожидают, но, тем не менее, все-таки рекомендую все-таки сделать выжидательную позицию по данной валютной паре. И не исключаю. Пока что рекомендую все-таки сделать такую небольшую паузу. Сейчас я готов показать график цены, и мы рассмотрим некоторые валютные пары, рассмотрим с технической точки зрения, и что можно ожидать вот, практически сегодня и на американской сессии. Какие ближайшие уровни? Да, конечно, давайте посмотрим. Так, сейчас мы рассмотрим сначала евро-доллар на H4. Как я уже говорил, график цены пока что не готов преодолеть локальный максимум на этой неделе. Видно, что график цены оттолкнулся, даже немножко не дошел, оттолкнулся района от 1.0984. Уверенно преодолел локальную поддержку в районе 1.0917 и видны сигналы вход в более низкие торговые рамки. Это район 1.0917 и 1.0814. Но пока что валютная пара находится в таком себе небольшом восходящем канале от начала января этого года. И пока что еще нет сильных сигналов на пробой
поддержки этого восходящего канала. Поэтому пока что еще рано говорить о том, что доллар США может выйти из нынешних торговых рамок и показать более усиленное движение. Пока что видна больше вот выжидательная позиция. Даже если в рамках этой консолидации евро-доллар все-таки захочет уйти вверх, то есть если же мы будем видеть укрепление единой европейской валюты, то в сейчас, коллеги, одну секундочку. Промигнул, видимо, интернет у Богдана. Сейчас это все вернется. Случай. Вот. Но я все-таки ссылаюсь больше за некоторую выжидательную позицию. Не думаю, что участники рынка могут сильно отреагировать на индекс потребительских цен. Но вот такая ситуация. А если посмотреть на евро-доллар с точки зрения волны Эллиотта, то видно, что график цены смировал здесь импульсную единицу, коррекционную двойку. Двойка не ушла ниже, чем 1.0692 вот этого уровня. И положительным сигналом служит то, что график цены все-таки держится выше, чем 1.0814. Вот с точки зрения волны лета это довольно-таки положительный сигнал. Больше аргументов. Сейчас, коллеги, секундочку. Тут у нас промигивает сегодня немного. И не исключено, что график цены еще сможет приблизиться к максимуму декабря. Это район 1.1073. Поэтому с точки зрения волны лета еще есть перспектива укрепления евро. Поэтому такая ситуация. Сейчас мы рассмотрим канадский доллар. Как я уже говорил, но с точки зрения волн Эллиотта видно, что все-таки импульсное движение пока что продолжается. Пятерку, пятую волну я держу под знаком вопроса, поскольку не исключено, что все-таки канадский доллар еще дальше может, то есть в ближайшие дни еще дальше может пойти вверх, то есть потерять свои позиции против доллара США. Поэтому лично я такой сценарий ожидаю, а если посмотреть на H4 более детально, раскладку сил, то видно, что единица сформировалась, коррекционная двойка, импульсная тройка, четверка. Видно, что четверка вышла из торгового диапазона 1.4599 и 1.4423. И это сильный сигнал к тому, что все-таки пятая завершающая волна, она еще может быть в центре внимания. Поэтому не исключено, что график цены вот, канадца в паре с долларом США еще дальше может пойти вверх. Поэтому пятая волна еще может дальше развиваться. Усечения пятой волны нет. Это еще служит дополнительным аргументом в пользу дальнейшего роста. Поэтому вот такая ситуация. Плюс известно, что нефть снижается. И известно, что нефть еще дальше снизится. Вот. И тут, конечно же, еще дополнительный аргумент в пользу дальнейшего роста данной валютной пары. Вот. Поэтому такая ситуация. Сейчас мы посмотрим российский рубль. Давайте посмотрим. Рубль на недельном периоде. Сейчас мы посмотрим историю, что было у нас раньше. Как раз вот смирал единицу, двойку, импульсную третью волну. Практически за последний 2015 год график цены смировал коррекционную четвертая волна. Как раз смировалась в рамках бегущей коррекции, где движущая волна С находится намного выше завершения движущей волны А. Поэтому эта бегущая коррекция, это говорит о том, что график цены еще дальше готов пойти по направлению своего восходящего тренда. Коррекционная четверка закончилась и началась новая фаза роста. Мы видим, что график цены уверенно преодолел вершину третьей импульсной волны. Это максимум 2014 года, это район 78.61 рубль. Мы видим, что график цены уверенно преодолел этот уровень и тяготеет до уровня растяжения Фибоначчи, это 100%. Видим, что запас хода еще есть до данного уровня. И вот мы видим, что все-таки еще не исключается еще дальнейший рост российского рубля. То есть не исключено, что рубль может остановиться в районе 83 рублей. То есть вот такая цель по растяжению Фибоначчи, если растянуть Фибоначчи от коррекционной волны А и Б.
То есть вот такое, такая ситуация. Если посмотреть на австралийский доллар, то австралийский доллар в паре с американцем также теряет свои позиции. Мы видим, что график находится в рамках нисходящего тренда, отталкивается от линии сопротивления нисходящего тренда. Это сильный сигнал в пользу дальнейшего снижения. Первая цель, куда график цены может дойти практически в ближайшее время, это район 0.6790. Вот такая ситуация. А если посмотреть на новозеландский доллар, то, в принципе, уже немного осталось до достижения поддержки в районе 0.6329. Известно, что на сегодня на азиатской сессии вышли неудачные данные по индексу потребительских цен Новой Зеландии. Притом данные оказались еще хуже ожидания. И это послужило дополнительным стимулом для трейдеров дальше продавать данную валюту. Поэтому мы видим, что график цены красиво оттолкнулся от линии сопротивления нисходящего тренда, вошел в более низкий торг. Одной из границ этих торговых рамок. То есть это поддержка, район 0.6329. Поэтому такая ситуация. Понятно. Понял вас, Богдан. Спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Коллеги, какие есть вопросы Богдану, пожалуйста. Ну, а у меня, собственно, один вопрос, Богдан. По вашим графикам, где вы видите ближайшую цель по доллару, что он может остановиться и начать какую-то коррекцию из того, что вы видите? Ближайшая остановка по теории волн. Ближайшая остановка, где евро-доллар может все-таки остановиться, это район... Меня интересует доллар-рубль. Доллар-рубль. Какой-то сбой произошел? Да-да. Богдан, доллар-рубль меня интересует. Сейчас, коллеги, перемигивает интернет у Богдана, сейчас он вернется. Богдан, все видим, вас слышим хорошо. Доллар-рубль меня интересует, где может быть остановка. Вот я вижу... Я понял. Где российский рубль может остановиться? Да-да-да. Ну вот я вижу, что ударились в отметку 80.92 на споте. Но вот где нам... Секундочку. Где же российский рубль? Сегодня у нас связь не очень хорошая, да, ну ничего страшного. Сейчас Богдан вернется. Да-да, Богдан, сейчас мы вас, видимо, слышим, немножко пропустили. Ага, так а где вы видите остановку? Да, сейчас я расскажу. Касательно ценовой поддержки, если же все-таки российский рубль немного укрепится от нынешних максимумов, не исключено, что рубль может протестировать. Вот видите, даже интернет не хочет грустные новости слушать. Видите как? Не хочет. Угу. Я считаю, что такой сценарий может быть вполне реалистичным. Короче, да. Поддержка 78. Я понял, ясненько. Ну хорошо, коллеги, не узнаем мы сегодня новостей к сожалению, по доллару-рублю, а может и к счастью, пусть сохранится интрига. Спасибо большое, Богдан, удачи вам на рынке сегодня. Спасибо.